Здравствуйте. Хочу вам показать мою кошечку Тортит. Ма. Это имя. Ма. Это имя от слова торт. Она похожа на тортик. Ма. Такая красавица. Это я утром встала, только встала, пошла, вышла на кухню. Так меня встречают котики мои. Мяукает. Немножко я простывшая. Она так со мной разговаривает. Такая красавица кошечка. Я ее нашла тоже возле одного дома, не возле своего. И она очень-очень просилась. Маленькая была, месяца три. Она кошек не любит, она любит людей. А это найденыш, летний найденыш. Был с клещами, глистами, с вшами. И очень растет хорошо. Черно-белый котик. Вот такая красавица. Она так выглядит. О, вот это ее такой оскал. Мне он так нравится. Приходите на мой канал, познакомьтесь с моими котиками, поспрашивайте вопросы, порассуждайте со мной обо всем. Буду очень рада видеть вас. И записывайтесь также. Буду надеяться, что я кому-то интересный этот материал. Для кого-то, может быть, он интересен. Вот он, котишечка. Одноглазенький. Один глаз под вопросом, один нормальный. Под вопросом мы не знаем. Смотрим на глазик. Он так. Такая красавица кошечка. Тортит. До свидания.